Министр иностранных дел России Сергей Лавров недавно подчеркнул необходимость активизации усилий по урегулированию ситуации в Приднестровье. При этом он отметил, что Россия видит республику в составе «единой неделимой Молдавии». Что имел в виду глава МИД России и не сливают ли Приднестровье? Об этом накануне ТВ рассказал президент Академии геополитических проблем Леонид Ивашов. Только восстановление единого молдавского государства на иных принципах, которые Кишинев демонстрирует сегодня, никакого вступления в состав Румынии, никакого там членства в НАТО и прочих евроструктурах, только вот эта позиция и такая политика позволит сохраниться всем малым народам молдавского государства. Только вот так. И, конечно, дружба и взаимодействие с Россией. Сергей Лавров говорил о единой стране, где учитываются мнения всех сторон, но никак не о сливе Приднестровья. Ведь если сейчас не будет единой страны, то наши заклятые партнеры тут же применят принцип «разделяй и властвуй». Мы говорим пока о том, что Молдавия должна быть в форме такого единого государства, где учитываются интересы всех сторон. Хотелось бы это видеть и на Украине. И обязательно Запад во главе с Соединенными Штатами использует вот эту слабость, эти трещины культурно-цивилизационные, эти векторы устремлений для того, чтобы спровоцировать вечную войну, то, что мы наблюдаем сегодня вот на Ближнем Востоке. Посмотрите на Нагорный Карабах, на Приднестровье, на Донбасс. Вот он, принцип «разделяй и властвуй». А ведь было время, когда все эти территории жили бок о бок в мире и порядке. Леонид Ивашов уверен, нужно вернуться к этому опыту вновь. Поэтому спасение и выживание, и мир на этой красивой земле кроется именно вот в словах Сергея Лаврова, что только в формате общего государства с учетом всех прав там и интересов всех народов проживающих. То есть надо возвращаться к опыту Советского Союза. В эфире была рубрика «Экспертное мнение» специально для «Накануне ТВ». Подписывайтесь на канал «Накануне ТВ» и смотрите другие видео из рубрики «Экспертное мнение».